Привет! Начинаем нашу тренировку! Поднимите левый локоть на уровень плеча и сводите его с правой рукой. Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Сожмите обе руки в кулак. Выполняйте движение руками вверх и вниз. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Поочередно поднимайте каждую ногу, как Милана. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимите левую руку до уровня плеч и делайте движение удара, заводя руку над головой. Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимайте руки вверх, выполняя движение, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Приседайте легкими движениями.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Правой рукой выполняйте движение удара вверх, заводя руку над головой, а левой рукой делайте движение удара вниз. Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выполняйте махи правой рукой. Немного согните колени. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимите правую руку над головой, как Милана. Выполняйте движение удара вверх, заводя руку над головой, и отводите таз в одну или другую сторону. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Отдыхаем.
Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выполняйте движение руками вверх-вниз, как Милана. Приподнимайте правое колено вверх. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Перенесите вес на левую ногу, поднимая правое колено вверх. Касайтесь его правой рукой, как Милана. Повторяйте движение дважды. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Положите левую руку на бедро, как Милана. Отведите правую руку, подняв ее на уровень плеч, и поднимайте ее над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Подтягивайте правое колено к груди. Выполняйте движение руками, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выдвините левую ногу вперед, а правую оставляйте позади, как Милана. Делайте махи руками в стороны и выполняйте движение тазом. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Перенесите вес на левую ногу и делайте подъем правой ноги вверх. Выполняйте беговые движения ногой и руками. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!